Всем привет! Сегодня у нас будет обзор отвертки. Вот такую я решил себе задачную отвертку прикупить. Ниоткуда ее не выписывал, взял у нас в магазине в местном. Отвертка такая дороговатая, 430 рублей стоит. Ну да, думаю, она того стоит. И качество, надеюсь, что хорошее. Сейчас распакуем ее, покажу вам. Так, вот, значит, сама отвертка у нас. Так, она у нас с трещоткой. Вот, регулируется, в какую сторону вы хотите крутить. Вот так она меняется. Не обязательно можно налево прикрутить. Можно направо. Это не принципиально, как вы изменять будете. Вот одной рукой это сложно показывать. Ну вот, трещотка работает, как вы видите. Вот сюда можно набор бит спрятать. Вот. Собственно, какие еще с ней биты есть. Так, ну ладно, к битам мы чуть попозже вернемся. Еще вот такую прикольную штуку покажу, тоже с ней шла. Так, это тоже трещотка такая. Прикольная такая штука. Вот она переключается. Вот этот рычажок мы передавливаем. Он появляется с этой стороны. И она уже в другую сторону крутит. Вот все работает. Перекидываем сюда. Вот он здесь появляется. И в другую сторону. Прикольная такая штука. Так, вот бита от нее. Крестообразная. Так. Вот у нас что есть. Биты. Сейчас достанем все это, покажу вам. Итак, я вот разложил биты. Что мы видим? У нас есть две звездочки. Я не обещаю хорошее качество камеры, поэтому буду называть, какие здесь. Т5, Т20, шлицевые отвертки 4,5 и 7, и кресты PH1 и PH2. И здесь у нас вот мы можем использовать как ключи. На 5, на 6, на 7, на 8 и на 9. Так, здесь вот написано, видно или нет. Я думаю, видно, вот. КР-В, не знаю, что это значит, можете написать мне в комментарии. Так, ну и вот, допустим, на 7 берем, если вам где-то что-то не хватает, вставляем. Можем использовать как удлинитель ее. Вот она как бы у нас здесь не прокручивается в 7. Так что вот так вот. Собственно, вставляем. Она там на магнитике. Вот, не выпадает ничего у нас. Крест я вставил. Вот так вот все это у нас крутится. Еще хочу обратить внимание, вот для бит держатель с такой вот ручкой можно где-нибудь в гараже или где у вас в мастерской повесить. Вот так вот. Если кого размеры отвертки интересуют, то вот длина ее, что у нас выходит, ну, грубо говоря, 18 сантиметров почти, нет, 18. И вот это вот тоже трещоточка вот такая, она у нас 10 сантиметров. Так, ну, надеюсь. Так, ну надеюсь, что отвертка была достойна вашего внимания. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, дизлайки. Кто что хочет, то и ставьте. А я снимал и буду снимать. Всем спасибо за просмотры. Всем пока.